Друзья, всем ассаламу алейкум. Так, находимся в парке Завидова, база отдыха. Как видите, здесь прекрасный воздух, прекрасные деревья. Вот фон просто только мое лицо что-то берет. Так я покажу. Вот видите. А погода просто зашкаливает. Такая прекрасная погода. Такие прекрасные ощущения тут. Я просто словами не передать. А тут сзади меня ходят люди в великах, там кто-то бегает, у кого-то пробежка, у кого-то там еще что-то. А я вот с магазина иду гулять, то есть работаю, иду гулять. Идаль Аман. А эти два брата, короче, они меня оставили сзади. Я вот сзади хожу, потому что мне иногда снимают себя перед людьми как-то неудобно, или я стесняюсь, или стрёмно как-то получается. Ну, иногда заикаюсь, понимаете, наверное, сами. Это положение каждый, наверное, входит. Не каждый умеет разговаривать на камеру, я думаю. Поэтому. Так, альхамдулилля. Честно скажу, воздух вообще такой приятный. Вот где деревья, там чистый воздух. Вокруг деревья находится. Ну хотя есть минус, минусы свои тоже есть тут. Просто комары, вот эти мухи такие, блин, болючие. Когда кусают, так сильно они кусаются, отвечаю. Такие большие.